Здесь я обозначил самые важные зоны. Разбросаем листовки там, где больше всего народу. Тюлень, ты возьмешь на себя рынок. Толя Попов, Первомайка. Угу. Понял. Володя Осьмухин, завод и окраина. Понял. Жора. Да, Викторович. Майя. Горпарк. Майя. Хорошо. Левашовы, вы возьмете на себя водопровод и речную мельницу. Лады, Вить. Хорошо. Ты всем листовки раздал? Сереж! Тюлень осталось. Все, ребят, пока. Товарищи, Москва не пала. Не верьте фашистской пропаганде. Победа будет за нами. Оп! Наклеим на доску объявлений. Ты что, сдурел? Ты нам живой нужен. Вить, у меня есть две идеи, как это сделать вообще без свидетелей. Ты что там делаешь? Я рассказ пишу, мам. Какой рассказ? Такой рассказ мне задали. Кто ж тебе задал-то, Серег? Туда выливай, вон, к забору. Фашистской пропаганде. Победа будет за нами. Смерть фашистским оккупантам. Я так и знаю. Какое счастье. Ой, сарай когда-нибудь спалит. Пала. А ну-ка. О!
Ну что там? Товарищи, Москва не пала. Ага. Не верьте фашистской пропаганде. Победа будет за нами. Что? Смерть фашистским оккупантам. Ух ты. Что это, Микола? Паскуды. А ну, хлопцы! Демка! Демка! Попались, Демка! Блин, да ничего, прорвемся, пацаны! Пойдем! Сюда, здесь спрячемся! Сорек! Пацаны, свои! Прячемся здесь! Прячемся! Тихо сидите! А ну там, лень! А ну выходить, шантропа! Вон там посмотри! Хрись! А? Они туда побежали! Там же тупик! Ну! А-а-а! Пойдем, пойдем, пойдем. Смерть фашистским оккупантам. Да здравствует красная... Заткнись! Что это такое? Объясни мне, падла! Василий Александрович, их всего несколько было. Я усё собрал. Никто не узнает. Я всех арестовал, кто это читал. Вот, все здесь стоят, все стоят, кто читал эти листовки. Все арестованы. Ты бачил, что у тебя на спине? Скоты! Скоты! Вы надо мной! Да не было тут партизан, ага. Это пацаны какие-то раскидывали. Оце спина все время на рынке крутится, бери, что погано лежит. Один раз листовки брали, бы за ними побегли, так вони же смеялись. Да заткнись ты! Заткнись! Ты что творишь? Рот твой закрой! Соликовский, весь город завален листовками. Совхоз Первомайка тоже. В городе не осталось человека, кто не читал. Вас срочно требует в комендатуру. Кидеман! Немедленно! Листовки все собрать, шкетов найти и выбрать всех! Повяз! Всех выбрать! Следующий! Задержано с двумя листовками! Да как вы смеете так поступать? Сюда. Здесь же дети. Толя, Ковалев, а ты что с ними вместе? Ты в полицаи пошел. Что ж вы творите-то, бис, а? А ну стой! Ты что? Знаешь эту диверсантку? Учителька это наша по литературе. Ну-ка сюда иди. Иди сюда, я сказал! И что все молчали? Чтобы не смука у меня! Ой, не отдай! Ну, дымку-то зажжем! На! Дымку зажжем! Сыпи! Я бабу бить не буду. Что ты сказал? Да ты у меня за это под арест. Слышишь меня, утенок? Или ты что, с партизанами заодно? Заодно с партизанами, а? Давай бей! Толя, не делай этого. Не уподобляйся зверям. За невыполнение приказа я тебя сгною, сучонок! Давай бей! Ты дома будешь так дивку свою гладить! Бей нормально! Пошел отсюда! Гляди как надо! И это всех касается! Будете знать, как с партизанами снюхиваться! Бейте, палачи! Бейте!
а Москва стоит. Скоро наши войска придут. Побежите отсюда со всех ног. Что ты сказала? Побежим! Вот так мы побежим! Вот так мы побежим! Вот так мы побежим! Теперь я веселая и ласковая лошадка. Лошадь как женщина. Тут нужно правильное слово. Господа, я обещал привести к вам свою путеводную звезду, фройляйн Любушку. Добрый вечер. Это наш гениальный инженер Фредерик Гопф, у которого сегодня день рождения. Очень приятно. Очень приятно. Позвольте мне. Давайте выпьем за победу Германии. Пост. Auf Ihr Wohl. Gut. Господин Шон, мне кажется, вам в горло попала косточка. У вас такое напряженное лицо. Может быть, вам помочь ее выплюнуть? Эта кость называется СССР. Германия выплюнет ее. Но сначала обглодает с нее все мясо. Фредерик, я не представляю, что в нашей глуши может делать гениальный инженер. Я специалист по угледобывающему оборудованию. Моя задача – восстановить шахты и модернизировать их. Как вы понимаете, Германия нуждается в угле. И Краснодон может его дать. Где же вы найдете столько шахтеров? Жители не очень охотно идут работать к нам в последнее время. Гораздо охотнее они идут в партизаны, не правда ли, фройляйн? Партизаны? Жалкая горстка, которая прячется в лесах. Скоро зима. Они там замерзнут, умрут от вшей и болезней. Я уверена, они только обрадуются, если вы их поймаете. Люди везде одинаковы. Дайте им работу, и они будут довольны. Зачем идти в партизаны, если есть работа, есть семья и есть дом? Полюбуйтесь на их работу. Фройлен, переведите это, а мы послушаем. Танк. А, панцер, я.
Дорогие жители Краснодона, фашисты лгут. Не верьте их пропаганде. Москва стоит, она не сдалась и не собирается сдаваться. Бои продолжаются по всем фронтам. Наши бойцы сражаются мужественно за всех нас. Наш долг — поддержать их здесь, в тылу. Да здравствует СССР! Долой проклятых фашистов! Извините. Господин Гопф абсолютно прав. Жителей нужно заставить работать по 12 часов в сутки. А те, что не смогут принести пользу здесь, отправятся в Германию. Мы сделаем так, чтобы у них больше не было времени писать всякую чушь. Только не заставляйте меня работать в шахте. Я этого не перенесу. Ни за что. Вы созданы, чтобы украшать нашу жизнь. Вы придете вставать на учет ко мне лично, в мой кабинет. Вы несносный шалун. Какой учет? Я ничего не понимаю. Биржа труда. Теперь мы знаем, как приструнить этих бездельников. Не хотите подышать свежим воздухом, господин Гидеман? Господин Гопф, позвольте преподнести вам подарок в честь вашего дня рождения. Also, das ist wirklich nicht nötig. Mein Gott. Bitte. Die letzten Rosen sind verblüht, die Tage werden kurz und grau, und wenn die Sonne noch ein wenig glüht, dann kommt das blasse Himmelblau. Wir jetzt allein geblieben ist, wir auch lange bleiben, wird wachende Sinn lange Briefe schreiben in Kälte der Einsamkeit. Die letzten Rosen sind verblüht. Розы отцветают в серые дни. Die Tage werden kurz und grau. Дни серы и коротки. Браво! Вить, я ухожу из полиции. Прости меня, Вить. Я не могу так больше, пойми. Вить, они женщин истязают, и мне пришлось в этом участвовать. Мне стыдно, пойми ты! Если ты уйдешь, отряд без прикрытия останется. Я тебя как друг прошу. Ты должен продержаться сколько сможешь. Это и есть твой вклад в борьбу. Нет, Витя! Борьба, Вить, это взять оружие, собрать людей и вдарить по фашистам. Вот это я называю борьбой. Оружие есть. Пол Краснодона сейчас пойдет за нас, Витя. Вдарим по фашистам! Глупости все это. Глупости. Мы перебьем этих. А завтра приедут эсэсовцы и будут убивать мирных жителей. Они истребят наш город. Ты этого хочешь? Ты этого хочешь? Тюлень пришел. Надо проверить. Я проверю. Тюлень! Опа! Пам 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 пам. Уберите ваш пистолет. Я прострелю вашу руку раньше, чем вы взведете курок. Сядь.
Пришло время поговорить, мальчики. А где же ваш пронырливый друг? Любитель лазать чужие окна? Не получается у нас диалога. Что ж, не страшно. Я знаю достаточно. Маленькие и очень глупые партизаны. Великолепная идея. Раскидать по городу агитки, нацарапанные на листах школьных тетрадок. Сколько вам лет, мальчики? Ну, лучше бороться так, чем как ты, шлюха немецкая. А ты попридержи язык. Иначе я тебе его прострелю. Давай, стреляй. А я ведь выстрелю. Не сомневайся. Одним полицаем больше, одним меньше. Но! Тише, тише. Хотела бы выстрелить, давным-давно бы прострелила голову. А вот и стало понятно, кто у нас главный. Мне нужна информация. Сколько вас в отряде? Что вы уже натворили, что еще собираетесь делать? И рассказываю поподробнее. Чем больше расскажешь, тем больше шанс, что уйдешь отсюда живым и с целыми конечностями. Стреляй. Ну, как хочешь. Вы бы видели свои лица, ребят. Да все, молодцы, прошли проверку. Берегись! Не стреляй! Не стреляй! Наше это. Ох, мальчишки, сволота! Слякоть вы, а не полицаи. Мы... Да мы все районы прочесали. Но они как черти. Они как сквозь землю провалились. На мне одном все держится. Оно мне надо? Скажи мне. Надо. Сказал дурак. Мне бы в Европу, да фрау приличную, да чтоб детишек куча, мальчики, девочки, да чтоб по воскресеньям гости, все чинно, благородно, как батька мой жил. Чинно, благородно. Их всех красный. Я один остался. Эта земля проклята. Гори она все огнем. Василий Александрович. И дома меня обещал выиграть. А кто будет народ пороть? Кто партизан будет изводить? Ты? Ты? Мальчишки, сволота! Берегите себя, Василий Александрович. Лично каждого я буду за бошки вешать. Вот так. Да я сразу заметил, что вы, ребята, не промах. Ты молодец. Хотя с ножом обращаться не умеешь. Давай. А мы с Иваном были связными между центром и подпольем Краснодона. Связь держали через Бороду, так было безопаснее. Когда подполье раскрыли, мы остались в городе, чтобы вычислить провокатора. И передавали информацию в центр. Кроме нас, связных с Ворошиловградом больше нет. Да, мы даже не догадывались, что у нас образовалось новое подполье. Такое новое, по-пионерски юное. Где оно юное-то? А сколько мы вреда немцам принесли? Зернохранилище, потом склад с оружием, листовки. Да я сразу догадался, что это вы. Я проследил за тобой два раза. И за тобой два раза. Ну, а потом сложил два и два. Ну, мы же теперь вместе. Мы вместе будем сражаться. Мы вам поможем, вы нам. Так ведь? Ну да. А вот скажи мне, командир, какие цели у твоего отряда? Мы хотим найти провокатора, который сдал подполье. Казнить его. Вредить фашистам, пока Красная Армия не придет. Достойно.
Будем сотрудничать. У меня есть одно условие, но жесткое. Вы все должны держать языки за зубами. Потому что если кто-то из вас откроет рот, все мои наработки с немцами пойдут псу под хвост. А я сама прямиком на виселице. Что-то я не понял. Ты что, со Швейда это так? О, кто-то пал, сраженный стрелой Амура. Кто тут пал? Никто никуда не падал. Я спрашиваю за то, что, может, она знает, как нам на провокатора выйти. Может, через Швейда там. Я тоже раньше так думала, но нет. Вербовкой занимается отделение СД. Швейда тут совершенно ни при чем. Ни он, ни Гидеман ничего не знают. Но у меня есть зацепки. И рано или поздно мы выйдем на провокатора. Да не ерзай ты! Да что ты начинаешь-то? Напоследок вам один совет. Если у вас нет типографии, пишите листовки на обычной бумаге. И не надо на них рисовать танки и пушки. Это все равно, что подписаться Сережа Тюленин, 5-й класс. Да, во-первых, я 7-летку закончил, а не 5-й класс. Куда-то прет. Тяжело дышать при наклонных и поворотах. Что? Да. У больного кожа покрыта холодным потом. Пульс частый. Mit kaltem Schweiß bedeckt. Тоны сердца глухие. Geschwächter Herzton. Заторможенность. Hemmungen. Это симптомы тифа. Der Typhus. Weg, weg, weg! Пошел прочь. Heraus, schneller, heraus! На выход, быстрее. Стоять. Ты задержишься. Иди, иди сюда! Получилось. Ну! Эй, парниш, ты стой-то на ногах. Я болен, справка есть. Через час у тебя. Не кашляй. Что это? Куда без очереди? Рот открой. Угу. Name, Wohnort. Имя, место жительства. Угу. Громова Ульяна Матвеевна. Громова Ульяна Матвеевна. 1924. Поселок Первомайский. Первомайский. Можешь одеваться. Это отличный вариант. Она может работать в Германии. Ты поедешь в Германию работать с детьми нянькой. Ты согласна? Herr Offizier. Господин офицер. Ich will nicht wegfahren. Я не хочу уезжать. Ich bin mir sicher. Я уверена, что могу послужить. Dass ich hier dem Dritten Reich dienen kann. Третьему Рейху именно здесь. Ich will. Я хочу. In Sauhaus arbeiten. Работать в совхозе. Stellen Sie mich. Назначьте меня бригадиром на зернохранилище, и вы увидите, как полезно я могу быть. Gelobt. Похвально. Но такая молодая девушка и вдруг бригадир. Переводить не надо. Тишина! Новый приказ! Всех, кто будет шуметь, отправят рыть траншеи. Wir überlegen mal. Мы подумаем. Спасибо, фрау Елена. Alles war sehr köstlich. Все было очень вкусно. Ich bin durchaus satt. Я вполне наелся. Ich mache das bleiben. Я сама, что вы? Was tun Sie? Что вы делаете? Es ist Frau. Это женская работа. Ach so. Как это сказать по-немецки, Олежек? Ах да, вспомнила. Kinder, Kirche, Kirche. Дети, кухня, церковь. Спасибо за завтрак, мама.
Danke noch einmal. Спасибо, фрау Елена. Вы очень любезны. Хэр Хоп, вы же видите, у Олега непростой характер. Er ist ein großartiges Kind. Он прекрасный ребенок. Sehr klug. Очень умный. Talentier. Талантливый. Nicht wahr? Не правда ли? Sie können auf Ihren Sohn stolz sein, Frau Helena. Вы можете гордиться сыном. И я просит вас говорить русский. Мне нужен практикум. Я, я. А сейчас это ужасные биржи труда. А, Arbeitsamt. Да. Вы знаете, регистрируют всех. Но мой ребенок не выдержит трудной работы. Умоляю, возьмите его к себе. Помощником, секретарем, кем угодно. Он умен. Я... ответственен. Вы не пожалеете. Я мог говорить бароном Швайде. Я... мне... нужен молодой помощник. Данке. Олег! Олежек! Да. Господин Гоп берет тебя на работу. Natürlich, но если junger Mann согласен. Поблагодари господина Гопфа. Danke schön. Ich bin einverstanden. Спасибо. Я согласен. Спасибо. Мама. Немцам нужен уголь. Они будут восстанавливать шахты. Работа уже идет. Руководит всем Гопф. Он изобретатель. Талантливый изобретатель. Нельзя, чтобы немцам достался наш уголь, поэтому есть приказ центра убрать Гопфа. В этой операции нам с вами понадобится ваша помощь. Мы готовы, но у меня есть свой план. Какой план? Мы уничтожим Гопфа, а заодно найдем предателя. У меня ребята работают на шахте. Они распространят слух среди шахтеров о том, что партизаны готовят диверсию. Таким образом, мы наведем предателя на ложный след и вычислим... Сразу забудь об этом. Топорная самодеятельность, которая все испортит. Да, вы же у нас профессионалы. А мы мальчишки на подхвате. Так оно и есть. Пока у вас пионерский отряд. Тогда мы без вас обойдемся. Черт. Да не обойдетесь. Либо ты воюешь всерьез, и тогда над тобой есть командование, либо все это детские игры. Воюешь всерьез? Детские игры? Да ты подумай сам. Если до немцев дойдет этот слух, они усилят охрану. Прежде всего будут охранять Гопфа. Хорошо. Клей есть? Канцелярский. Там в сенях. Нам нужно решить вопрос с биржей. Белый билет получил я и еще несколько моих ребят. Так что остальных придется регистрировать. На этот счет особых распоряжений не было. Нужно жить обычной жизнью. Если нужно регистрироваться, значит, придется регистрироваться. Спартанская у тебя обстановка? Дом моих родителей. Твоя? Моя. И что ты играешь? Андрей Воробей, не гоняй голубей? Thank you.
Прими. В знак восхищения. Больших музыкантов надо беречь. Витаминизируйся. Фамилия? Сердюков. Грамотный? Нет. Ставь крест. Вот тут. Следующий. Фамилия? Балашта. Грамотный? Не научен. Пусть тут крест ставь. Следующий. Фамилия? Ручко. Грамотный? Никак нет. Шахты начинаются вон оттуда. Дальше будет поворот. Не пропустите. Думаю, будет разумнее, если ты поведешь. Ты знаешь дорогу, а я нет. Ты умеешь водить? Я умею. Да, немного. Мать мне не разрешала. Теперь ты мой помощник. Самостоятельный взрослый человек. Садись. Ой. Так, медленно сцепление и газ. Верхом! Воу-воу-воу! Фосыш! Шучу, шучу! И зачем русские взрывали шахты перед отступлением? Чтобы нам не достались. Глупая идея. Мы все равно привезем сюда все новое. Новое оборудование, новые тележки. Новые подъемные машины. А это прошлый век. Груда металла. Этот подъемник вполне можно было бы наладить. Он проработал бы не одно десятилетие. Олег, знаешь, когда я решил стать инженером? Примерно в твоем возрасте я запоем читал Жюля Верна. И хаух. И я. Wirklich? Ich liebe ihn auch. Я тоже его обожаю. Его герои всегда что-то созидали. Они были деятелями. Они были создателями. Я решил стать одним из таких создателей. И однажды я понял, чтобы изобрести что-то новое, надо разрушить старое. Meine Güte. Весь мир насилием мы разрушим. Олег, стой! Stehen bleiben. Этих двоих я знаю.
Капитан Вольфганг Кнаббе и его денщик, ефрейтор Клаус. Да, я тоже узнал их. Накануне своего отъезда капитан поставил всем шнапс. Они уехали на фронт около 3 недель назад. Господин полковник, разрешите обратиться? Этот наш полицай Степка. Пропал месяц назад. Du hast uns besprochen, die Partisanen gefährdung Tele zu reichen. Stattdessen haben die Partisanen deutsche Soldaten ermordet. Es ist schon längst Zeit, dich aus der Polizei zu treiben, du russische Säufer. Ты обещал нам головы, партизан на блюде. Вместо этого партизаны убили немецких военных. Давно надо было тебя гнать, пьяница. Виноват. Господин Гидеман, я их все равно поймаю. Ich habe über die ungewöhnliche Ereignisse bereits dem Oberst Renatus berichtet. Я уже доложил полковнику Ренатусу о чрезвычайном происшествии. Господин полковник обещал приехать, как только сможет. Verhaftet alle, die mit toten Offizieren zu tun hatten. Die Besitzer der Häuser, Huren, alle. Und schafft. Unverzüglich zur Kommandatur. Verstanden? Арестуйте всех, с кем общались немецкие офицеры. Хозяев дома, где жили, шлюх, с какими гуляли, всех. И доставить их немедленно в комендатуру. Я воль, господин полковник. Wenn es bis zum Abend keine Ergebnisse gibt, dann gebe ich den Befehl, dich selbst zu erhängen. Schwein. Если до вечера не будет никаких результатов, тебя повесят. Быстрее ведь собирайся. Текаем отсюда. Текаем. Если ты попадешь к Соликовскому, живым ты от него уже не уйдешь. Это я тебе точно говорю. Быстрее ведь, быстрее! Василий Александрович, там это, трупы во дворе, в подводе. Я ж был на хате. Где они квартировались? В Шанхае. Ну, когда Степка пропал, хозяин еще болел. Тиф или что-то такое. Как его бишь? Третьякевич, Виктор Третьякевич. Так а шо ж ты стоишь? А шо, побег? Бегом! Собирай людей! Ядри твою гробовую доску! И за ним! На Шанхай! Проведу тебя через город. До ночи побудешь в гроте. Вечером я тебя заберу и через Первомайку на хутор отвезу к родным. Давай, Вить, они едут, бегом! Мне нельзя прятаться. Они будут искать моих друзей, с кем я общался. А дальше дело техники. Я вас всех под монастырь подведу. Да ты что, ты сдаться решил? Я не пойму, ты не в себе? Найдены трупы двух фрицев. Последними их видел ты. Не говоря о том, что ты их и убил. А в таком деле, Вить, даже свидетели идут как соучастники. Поверьте мне, так надо. Полицай, у нас есть 5 минут. Собирайся. Вам нужно выполнить приказ центра. Уничтожить Гопфа. Командование отрядом временно передаю Любови Шевцовой. Ушел! Запыхались? Ты что-то... какой-то шустрый ты! Да уж пошустрее тебя. Я ему уже вещи собрал. Третьякевич! Хлопцы, а как этот Боров быстрее нас здесь оказался? А? Мы... Ты как здесь вообще? А? Встал! Ну пошел, что ты сел? Вперед! Я не понял, все-таки. Скрипку дай сюда.
А балалайка-то зачем? Шоу! Он что, там играть будет у нас?